Истории английского писателя Майкла Бонда о медвежонке по имени Паддингтон давно стали классикой английской детской литературы. Один из самых известных в мире медведей одет в синее пальтишко и старенькую красную шляпу, он всегда полон оптимизма и обожает мармелад. А на вокзале Паддингтон ему установлен памятник. Книги о его приключениях расходятся миллионными тиражами на разных языках. Главный герой проделал длинный путь из дремучего Перу в Лондон, где на вокзале Паддингтон познакомился с семьей Браунов и поселился в их доме. С тех самых пор их жизнь значительно поменялась и наполнилась самыми удивительными и забавными злоключениями. В нашем магазине вы найдете все эти и многие другие истории в оригинале на английском языке. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте о книжных новинках и ассортименте. Приятного вам чтения!